Как там было у классиков, господа? Hello, comrades, let me speak from my heart. Сегодня я расскажу для наших русскоязычных зрителей, которые оказались за рубежом, как вы можете приобрести продукцию компании Suprotec APROHIM, которая в Европе представлена под брендом ATOMIUM APROHIM. Обратите внимание, то есть дизайн упаковок полностью совпадает с отечественным, с российским, я имел в виду, но надписи на нем, естественно, уже на иностранном языке, потому что эта продукция совершенно официально в белую, со всеми сертификатами, естественно, продается на территории Европы, США, у нас даже страны Азии и так далее. Очень много где. В связи с этим, если у вас есть какие-то вопросы по качеству продукции, по ее содержанию, оно проверено, оно абсолютно все то же, имеет необходимые сертификаты. Эту продукцию мы действительно изготавливаем в России и уже из России везем прямо на грузовиках в Европу. Там растамаживаем и продаем через нашего официального представителя на территории Европы. Найти его очень легко. Можете зайти на сайт atomium.eu и заказать необходимую вам страну или вообще в любую точку нашу продукцию. Проблем возникнуть не должно. Глобально, что это такое? Это все тот же самый Suprotec APROHIM, вернее ATOMIUM APROHIM, который исполняется у нас в виде присадок в топливные системы. Это SGA и SDA. Давайте сейчас рассмотрим конкретно присадку для дизельных топливных систем ATOMIUM APROHIM SDA. Она очищает дизельные топливные системы через входящие в нее специальные компоненты. Это не растворитель, это не white spirit, не керосин, ничего такого здесь нет. Это специальный, естественно, сложный химический состав, который бережно и мягко выводит нагар, сажу, окислы и все возможные загрязнения, которые могут возникнуть в вашей топливной системе. Начиная от самого топливного бака, мы говорим даже сейчас про влагу, про воду, которую эта штука может сублимировать, заканчивая даже ржавчиной. То есть в ее в состав входят в том числе и антикоррозийные вещества, которые предотвращают образование ржавчины, в том числе даже на плунжерных парах, которые есть в ТНВД. ТНВД в дизельном двигателе есть в любом случае. Дальше эта штука смазывает топливную систему, и эта смазка помогает, опять же, плунжерным парам, самим форсункам работать гораздо мягче и лучше. Через это вы ощущаете то, что дизельный мотор стал работать мягче. И ощущается это с первых моментов добавки нашей присадки в топливную систему. Также здесь содержится цетан-корректор, который повышает цетановое число дизельного топлива. Если вы вдруг сомневаетесь в качестве вашего дизельного топлива, в качестве того, чем вы сейчас заправились, где бы вы ни ходились, можете как аварийную ситуацию добавить ATOMIUM APROHIM SDA. Он корректирует цетановое число дизеля, и вы доезжаете до места без проблем. И главное, что топливная система работает в более мягком режиме. И в конце концов, наша присадка приводит к экономичности. 90% пользователей отмечают, что экономичность достигает таких цифр, что добавляя нашу присадку в бак, вы экономите с одного бака топлива больше, чем стоила сама присадка. Таким образом, многие переживают, что вам придется дополнительно тратить деньги на то, чтобы что-то добавлять в бак, что теперь расход через это как бы увеличится. На самом деле нет. Расход топлива падает, происходит за счет оптимизации процесса сгорания, за счет того, что форсунки стали чище, за счет того, что топливная система смазана. При этом расход падает. Он падает в размерах там от литра на сотню километров до, в случае, если мы говорим про грузовую технику, бывает 5,7 литров на сотню километров падения расхода. Это уже серьезные цифры. Через это использование присадки ATOMIUM APROHIM SDA получается экономически целесообразно. Многие люди, когда едут по трассе, заранее закупают с собой побольше этих коробочек, чтобы именно по трассе хорошо экономить, потому что вам предстоит за раз преодолеть несколько тысяч километров, и на дистанции получается экономия уже вполне существенная. Таким образом, покупая ATOMIUM APROHIM SDA, вы закрываете сразу несколько вопросов. Вы откладываете возможный ремонт в будущем через то, что ваша система очищена, смазана и защищена от возможного попадания некачественного топлива. Также вы получаете экономию, и таким образом, покупая продукт ATOMIUM APROHIM SDA, вы еще и рискуете вернуть средства, потраченные на него же, и еще сверху получить экономию, которая обернется для вас прибылью. Дальше. Это очень важный компонент при использовании биодизеля, который встречается на территории Европы и Соединенных Штатов в Америке. Потому что биодизель, если мы сейчас зайдем с вами в интернет и поизучаем, как он взаимодействует с двигателями, часто оставляет нагар. Так вот, ATOMIUM APROHIM SDA разработан в том числе для того, чтобы компенсировать возможные негативные последствия от использования биодизеля. Так что, если вы хотите использовать для себя все эти преимущества, безусловно, вы можете использовать ATOMIUM APROHIM SDA каждый день. Поскольку присадка сделана мягкой и подходит для любых топливных систем, неважно у вас насос, форсунка, система Common Rail или старый добрый механический, вплоть до одноплунжерного ТНВД, без проблем вы можете при каждой заправке использовать ATOMIUM APROHIM. И вы
получите экономию на всей дистанции использования нашего продукта. Абсолютно безопасен. Даже современные, самые сложные форсунки, там пьезофорсунки, которые используют сейчас многие производители, также без проблем переваривают эту присадку, поскольку она разработана уже совершенно в новейшее время и не содержит ничего общего с тем, что вы привыкли. Размешай минеральное масло с растворителем и получишь тот же эффект. Ни минерального масла, ни растворителя здесь, конечно же, нет. Только современные компоненты, проверенные временем, которые мы рекомендуем использовать вам на повседнев. Все ссылочки будут на продукцию в описании. Естественно, если вы где бы вы ни находились, в Европе, в Америке или даже в странах Азии, без проблем проходите на сайт atomium.eu, заказывайте, и доставочка приезжает вам в самые короткие сроки. Ссылки будут в описании. Удачи вам!